Всем привет, с вами AppleTM, и если твой iPhone или iPad мерзнет этой зимой, позже покажу вам iPad, то у меня для тебя есть отличное решение, это вот эти вот пакеты. Давайте посмотрим, что у нас у них. Партнеры магазина iokey.ua продолжают радовать меня своими чехлами, и вот эти вот чехлы, которые сейчас лежат вот в таких вот прикольных упаковочках, я не знаю чем, но они мне понравились, мне сильно понравились, так что... Работники магазина iokey.ua, если вы смотрите это видео, вы эти чехлы обратно точно не получите. Но на самом деле это просто шутки. Давайте теперь посмотрим, что у нас вот в таких вот пакетах. Возьмем первый пакет, это пакет с чехлом для iPhone, а большой пакет это, как вы поняли, с чехлом для iPad. На пакете у нас написано Handwares since 2012, то есть эта компания существует с 2012 года, и написано, что эти чехлы сделаны руками в России, то есть это, по идее, чехлы ручной сборки. Давайте откроем первый пакет, это чехлы из вельвета. Вот так вот они выглядят, они бывают разные. Вот в эту щелочку вставляется iPhone. Нашел таки щелочку. И iPhone влез. Ну не знаю, по мне так симпатично, правда. И вот серьезно, я не знаю чем, но мне вот этот вот вид чехла очень даже понравился. В следующем пакете у нас точно такой же чехол, просто белого цвета, из белого вельвета. И выглядит он, в принципе, точно так же, только цвет другой. Вот здесь у меня черная дыра, поэтому здесь все пропадает. И вот в этом чехле, мне кажется, наиболее удачный вид данного чехла. Это вот такой вот чехол, и iPhone будет вставляться вот сюда. Давайте я вытащу iPhone из вот этого чехла. Так, вытаскивайся, мой друг. И засунем его вот сюда вот. И серьезно, я не знаю почему, но действительно симпатично. То есть, если вы не любите всякие пленки, всякие другие бампера, чехлы, они вам кажутся большими и громоздкими, то без всяких пленок и прочих чехлов засовываем iPhone вот в такой вот хороший чехол. По мне так как-то, ну, красиво, что ли. Вот действительно красиво и, ну, не нарадуюсь, короче. Есть даже вырез под наушники. А вот сюда вот спокойно может уместиться какая-то карточка. Переходим теперь к этим большим упаковкам, и вот сюда вот теперь у нас идет iPad. Давайте распакуем первую упаковку, здесь тоже лежит чехол, только уже большой для нашего iPad. Это его черная версия, а в этом чехле, в пакете, белая версия. То есть, тоже чехлы из вельвета, давайте засунем iPad, скажем, в белую версию чехла. Вставляется все вот сюда вот. Так, давай засовывайся. Таким вот образом, первое время туго, но когда... разработается, будет все отлично. А вот сюда можем запихивать тоже какие-то всякие предметы, там, не знаю, листы с бумагой, тоже какие-то карточки или что-то еще. Этот вариант удачный для больших путешествий, то есть если мы куда-то уезжаем, iPad вот сюда, опять же, если вы не любите пленки, всякие другие чехлы, то вот сюда вот iPad вставляем и можем отправляться в другие города, например. А на этом все, вот такие вот чехлы, и их вы можете заказать на сайте нашего партнера магазина iokey.ua. А с вами был AppleTM, если тут впервые, то подписывайтесь на канал, это очень важно, потому что чем больше подписчиков, тем быстрее круглые цифры и быстрее конкурсы и розыгрыши всяких предметов, может быть даже игр и все в этом духе. Ставь палец вверх, это очень важно, не забывай о яблочках и о нашем партнере iokey.ua. Пока!